Всем привет! Мы играем в полюбившуюся всем игру «Мафия непобедима». ВКонтакте, все как обычно, двуликий, денег не хватает. Играем за граждан, слушаем приятную музыку, наслаждаемся игрой, получаем психоз. Сейчас я просто взял, ну и начал смотреть рандомных людей, их аватарки. Такое себе, конечно же. Ну ничего, бывает. Так просто смотрите и наслаждайтесь игрой. Простая игра, обычные смерти, обычные разговоры, ну и все в таком. И тут я сделал непоправимый. И начал игру просто заново. Ну, сейчас мы его уточним. В итоге снова получаем гражданина. Ну и опять-таки просто начинаем и играть. Опять-таки, просто обычные разговоры, обычная игра. Только в итоге я уже умираю не от своей головы, а от рук мафии. Вот так бывает все-таки огорчение. Далее опять в поисках игры, только уже больше ожидания. И опять-таки мы больше ждем. Ну, позже у нас попадается взрывная Лили, к сожалению, которую мы не выбиваем. Да как-то и денег у нас, что ли, на это вообще нет. Опять-таки, как ни странно, выбиваем гражданина и просто ждем. Ждем, ждем, общаемся, общаемся. И, как ни странно, умираем. Пока что послушайте музыку, и я скоро вернусь. В итоге вот уже идет середина игры, я продолжаю писать чат, в общем, все, увидимся. Вот опять-таки я, и вот опять-таки я,
просто беру и умираю. Очень весело. В скобочках нет. Ну, в общем, всем удачи и всем пока. Скоро выйдет новое видео про MVC Framework Ruby on Rails.